И всем привет, ребята, с вами DoggyCoaster88, и сегодня мы будем играть в LOLO Simulator Airport. И я вам хочу сказать то, что я недавно стал коувнером. Я этот геймпас коувнер покупал год назад, за 10 тысяч обуксов. И он у меня не появлялся, у меня был до этого ранг капитана. И вот только через год я понял, как включить этот ранг коунер. Вот я даже могу досказать. Это реальная игра. Это слайми пишу, вот я коунер по рангу, даже это видно. Вот это весь LOLO аэропорт. Здесь у нас стафрум. И все прочее. Вот если что, мой аккаунт, ребят. И вот. Короче, чтобы заспавнить самолет... Конечно же, команду я нашел. Нам нужно прописать... Я вспомнил. Окей, ребятки. Окей, погнали. Вот мой самолетик. Как видите, здесь VIP-класс. Самый реальный самолет. Конечно же, когда люди видят коувнера, самый дорогой геймпас, и который у меня есть, они же, конечно же, сразу наваливают ко мне, блин. Ну, конечно же, блин. Ну, а как, блин, самому лучшему игроку не наваливать? Точнее, это я лучше. Так, круйсер мод. Вот, ребят, мой самолет. Всем пока-пока.